Они заряжают осень яркими красками. Команда «Радио Энерджи Набережные Челны» выпустила в эфир обновленный интерактив. Традиционная программа с живым общением теперь проходит в новом формате и в новое время. Здесь можно не только попытать счастье в играх и конкурсах, но и принять участие в обсуждении интересных тем, стать частью программы и задать настроение всем остальным радиослушателям. И у нас есть один дозвонившийся. Вы в эфире. Здравствуйте. Интерактив на Радио Энерджи Набережные Челны – это живое общение, приятные подарки и сюрпризы. Каждая программа – что-то новенькое. В прямом эфире диджей вместе со слушателями обсуждает различные темы, делятся опытом и участвует в играх. Очень активные челнинцы, почти на все вопросы отвечают, что-то новое вбрасывают даже сами. Есть большой отклик, и все пишут много, часто. Вот это, конечно, и мотивирует дальше что-то придумывать, какие-то новые темы поднимать. Изменилась не только концепция программы, но и время выхода. Если раньше интерактив шел днем, то теперь слушатели могут поймать любимую программу на волне 104.8 FM в будни с 17 до 18 часов. Также у нас новые рубрики, например, Energy Движ, где мы рассказываем о событиях в городе, интересных для наших слушателей. Energy Play, мы проводим розыгрыш билетов, это в кино, различные сертификаты в пиццерию могут быть, да? Очень много подарков у нас есть. В этом году Radio Energy в России отмечает свое 15-летие. Поэтому слушатели продолжают ждать новые сюрпризы и подарки от любимой радиостанции. Фирания Сулейманова, Радик Ганеев, Челны 24.